Большущие приветище тебе! Наконец-то мои потные большие ручищи доползли до этой игрульки. Давно они ползли, и вот сегодня доползли. Это губка Боб, квадратные штаны, бикини-ботом. Ну что, погнали! Добро пожаловать в бикини-ботом. Обычно мирное подводное убежище, но сегодня оно превратилось в театр чистого ужаса, где главную роль сыграет наш маленький желтый друг. Сегодня великий день. Я придумал гениальный план, как наконец украсть рецепт Краусбургера. А если при этом бикини-ботом будет разрушен, то так тому и быть. С моим новым дупликатроном 3000 я создам целую армию роботов, которые будут сеять хаос, разрушение и подчиняться моим приказам. Последний раз сверимся со списком задач. Посмотрим. Пункт номер один. Гений или планктон? И ответ — да! Отлично, список задач завершен. Включаю машину. Добро пожаловать, моя идеальная послушная армия роботов. Подождите, я сделаю фото для своего еженедельника. Эй, ау! Что это вы делаете? О, нет, 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 стойте! Это же я, ваш хозяин, я вас создал! Нет, нет, мой фарфор! Еще один прекрасный день для игры в роботов и лошадок. Ага, вот только я продолжаю путать лошадок и роботов. Вот бы было здорово, если бы у нас были настоящие роботы, чтобы играть с Патриком. Я бы назвал своего робота Джуниор, или Зорлон, или Фрэнки. Ага, эти не настоящие роботы уже надоели. А что если мы положим роботов вот сюда? О, это немного ракушистично с той стороны. Это не просто какая-то ракушечка, это моя ракушка ожиданий. Ого, это замечательно, Патрик. Итак, мы кладем в нее игрушечных роботов. Хорошо. Затем говорим волшебное слово и трясем волшебную ракушку желаний. Хорошо. Зачем мы идем спать, а утром у нас будут настоящие роботы, с которыми мы будем играть? Но, Патрик, разве мы не должны произнести волшебные слова пожеланий? Ты уже это сделал. Так значит, хорошо, есть волшебные слова? Раньше это было Алаказама, Лабала, Висана, Дикини, Татана, Волшура, Гичана, Венера, Шансур, но я забыл эти слова. Ты уверен, что это сработает? Конечно! На прошлой неделе у меня осталась всего одна крошка печенья, но я был очень голоден, и поэтому положил свою крошку печенья в мою волшебную ракушечку. Затем я произнес волшебное слово пожелание и потряс ее, а утром у меня было много маленьких крошечных печенья. Патрик, я объявляю завтрашний день самым лучшим днем на свете. Спокойной ночи, Спанч-Боб. Спокойной ночи, Патрик. На следующий день утра. Будем играть с роботами, будем играть с роботами, будем играть с роботами, будем играть с... Эй, Гэри, что ты сделал? Да, Гэри, наломали мы дров. Мне придется многому научиться, чтобы исправить весь этот бардак. Какая дивная идея. Знаки мне помогут и дадут подсказку. Слушай, а как мне прочесть эти знаки? Ой, хорошо. Нажатие, чтобы прочесть знаки. Гэри, мне пора бежать. Думаю, денек будет очень долгий. Осмотреть кухню, осмотри спальню, осмотри чердак, осмотри кладовку. Хо-хо, придется нам все осмотреть. Интересно, кто же это написал? Еще и краску оставил. Так, ладно. Могу посмотреть телек. Срочные новости! Жители Бикини-Ботом в ужасе, город охвачен настоящей волной робототеррора! Похоже, тихо разобраться не удалось. Власти не уверены, кто несет ответственность за создание этой механической угрозы. Однако, они нас заверили, что у этой личности большие неприятности.
Я сказал большие неприятности? Я имел в виду такие огромные неприятности, что и представить невозможно. И мы продолжим освещать эти трагические события и их, несомненно, трагическое развитие. Ну хорошо, по телеку показывают какую-то стремоту. Чтобы выйти нам на улицу, нужно найти лопаточку. Ух ты, вот это блесна, вот это крючки, да? Наверное, Боб какого-то рыбака отжал. Так, значит, табличку давай почитаем. Это блестяшки. Блестяшки очень ценные, и их можно обменивать, чтобы помочь Губке Бобу выполнять задания. В игре есть 5 видов блестяшек. Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Господи, зачем это все рассказывать? Красный самый распространенный и наименее ценный. Фиолетовый самый редкий и поэтому самые дорогие. Более ценные блестяшки обычно труднее найти, или они находятся в опасных местах. Ага, значит, собираем блестяшки. О, искрометно. Как я прикольно прыгаю. Сейчас мы все соберем. И будет у нас классно, как говорит Сквидвард. Будет у нас классно что? Не знаю. Так, ладно, хорош базарить самим собой. Так, в туалете. В туалете сейчас блестяшки все соберем. Почитаем, что тут написано. Так, можно посмотреть, как идут дела у Губки Боб. Нажать клавишу Tab. И, наконец, цифра в верхнем левом углу показывает, сколько пар труселей сейчас у Боба. Еще и трусы будем искать, обалдеть. Умываться нам не надо. Ух ты, нифига себе, как их далеко и высоко запрятали блестяшечки. Ну хорошо, тут вроде бы все. Я бы перекусил чем-нибудь, но нет времени. Да, мы торопимся. Так, убегаем с кухни. У нас есть второй этаж? По-моему, нет у нас второго этажа. Нажимаем Tab. Справа у нас блестяшечки. Мы можем зайти сюда. Давай попробуем это сделать. О, нифига себе, как я крутанулся. У меня есть палочка, которая делает пузыри. Шикарно. Открываем дверь. О, вот и труселя. Значит, собираем их. Как их собрать-то? Непонятно, давай почитаем. Это пара труселей Губки Боба. Губка Боб теряет одну пару труселей каждый раз, когда получает удар от робота или прикасается к опасным предметам или поверхностям. Божечки. Ой, это было больно. Если Боб лишился всех своих труселей, ему придется начать сначала прохождение этой области. Губка Боб может вернуть себе труселя, который потерял, если найдет по дороге другую пару. Губка Боб начинает игру с 3 парами труселей, но есть еще особые золотые труселя, спрятанные в бикини Боттом, которые, если вы их найдете, позволят Губке Бобу одновременно носить более 3 пар труселей. Нажимаем Tab и видим, что у нас... Из-за того, что сейф на нас упал, у нас минус 1 трухан. Я чувствую себя как новенький. Ну, конечно. У тебя теперь 3 трухана. Это шикарно. Блестяшечки собрали. Поспать можем? Губка Боб может прыгать, если вы нажмете прыжок. Если нажать прыжок во время прыжка, Губка Боб совершит прыжок. Круто. Вот это тавтология. Короче, прыгнуть, еще раз прыгнуть, и я подпрыгну высоко. Так. О, вот так вот. Ништяк. Я, кстати, не замечал, что у Боба кровать, а над кроватью доска для прыжков в воду. Вот этот поворот. Можем выйти? Можем, мы зашли в библиотеку. Офигеть, у Боба есть библиотека? Ну да, он же острит у нас грамотно. Значит, много читает книжек. А это что за чуваки? Вот здесь я храню все мои старые комиксы. Ну это круто, конечно. Иногда тыкать в одну единственную кнопку самое приятное. Тык-тык-тык-тык-тык. Пуш-пуш-пуш. По-американски. Вот это зелененькое. Ништяк. Вот здесь я храню все мои старые комиксы. Мы это уже слышали. Ломаем идолы. Люблю открывать подарочки. Так, Боб, разбей вот эту штуку. Что-то как-то не разбивай. О, наконец. Так, что-то Боб у нас зациклился на своих старых комиксах. Вот эту кнопочку могу нажать. Можно? А если прыгнуть? Так, прыгаем. И... пузырчатый наскок. Во, получилось. Опустили, короче, спасательный круг. Вау, ништяк, все собрали. Так, еще есть кнопочки какие-нибудь здесь? А что вот это вот заметки, как ты думаешь? Что это за метки? Летающие идолы. Я могу их как-то сбить? Нет, скорее всего, не могу. Надо куда-то запрыгнуть. А, во, смотри, вот так вот сделаем. Бум. Нет, не допрыгну. Странно. А, у меня же есть двойной наскок. Вот, сейчас допрыгнем. Смотри. Давай напрыгиваем. Потом сюда. Бабах! Есть контакт. А другого я не знаю, достанем мы или не достанем. Сюда запрыгнули. И теперь... Сетарай! Ништяк. Чё, вроде бы здесь все. А, нет, не все. Смотри, носки, потные носки. Этого, как у Патрика. Надо их достать.
Патрик будет счастлив, только я не знаю. Чтобы их достать, нужно нажать вон на ту кнопочку. Хм, а как это сделать? Как это сделать? Так, вот это странно, конечно. Давай почитаем, что тут написано. Вот так вот мы умеем делать, короче. И надо было вот этих летающих идолов именно таким вот макаром разбить. Ну ладно. Пойдем почитаем, что здесь у нас написано. Короче, я узнал, что я могу еще кататься на такси. Так, смотри. Я сейчас дома нахожусь. И мы здесь смотрим, что нашли. Носки мы не нашли, лопатку нашли. И, в принципе, все. Смотри-ка сюда. Что я не заметил, тут даже меточка стоит. Нажимаем. А вот тебе и шарамба, который, по всей видимости, нам поможет достать вон до той кнопочки. Сейчас попробуем подкатить шарик сюда. Запрыгнем на него. И... А это не так-то просто. О-о-о-о! Есть! Сработало. Платформа выскочила. Сейчас будет потный носочек у нас в кармане лежать. Патрик будет сейчас... Время бежит. Надо быстрее бежать. Так, отсюда? Или не отсюда? Откуда? Где нам запрыгивать-то нужно? А-а-а, вон туда. Вон туда. Сейчас. 16 секунд. Блин, не успеваем. Все, ты... О, как трясет-то камеру. Неудобняк, однако. Фу, Патрику нужно устроить стирку. Отличненько. Патрик будет счастлив. Ну, вроде бы мы здесь все собрали. Можно отсюда валить. Ну что ж, пришло время открыть вот эту дверь, самую дорогую за 50 блестяшек. И здесь золотая лопатка, божечки, моя классная лопаточка. Сколько здесь штанов-то, глянь. Это все мое. Ну, конечно же, мое. У кого еще квадратное тело? Вот давай почитаем. Это золотая лопатка. Золотые лопатки нужны, чтобы открывать новые районы бикини-ботом. Губке Бобу необходимо собрать много золотых лопаток, чтобы найти и обезвредить источник восставших роботов. Вот так-то. Ну чё, валим отсюда? Бикини-ботом, жди нас! Ёкарный бабай и медузные желе! А, нет ничего лучше, чем знакомые звуки своего района. Уходи, Губка Боб, ты засоряешь мое мысленное пространство. Пытаешься снова украсть секретный рецепт крашбургера, Планктон? Тебе это с рук не сойдет. У меня тут вообще-то рыбка покрупнее, понял? Пытаюсь понять, как отвоевать помойное ведро у роботов. Откуда они взялись? Откуда? Не знаю. Но я тут ни при чем, это уж точно. Просто возникли из ниоткуда, начали обзеваться и бросаться всем, что под руки подвернется. Они даже мои ложки погнули. Я эти ложки любил, как собственных детей. Какой кошмар. Разве ты не поможешь мне их остановить, пока они не погнули все мои вилки? Только не вилки. Разумеется, я помогу. Но подожди-ка, мне ведь нужно собрать целую кучу золотых лопаток. Золотые лопатки, да? Губка Боб, если ты поможешь мне вернуться в помойное ведро, я подарю тебе целое ведро золотых лопаток. Но только в твоих мечтах. По рукам! Ну чё, значит... А где его дом? Где ведро? А, оно, по-моему, очень далеко. Разбиваем идолы. Давай попробуем разбить вот эти идолы буковкой Е. Привет, Губка Боб, я здесь, чтобы протянуть тебе пузырчатую руку помощи. Ого, а это кто такой? Бабл Бадди! Видишь ли, тебе придется выучить кое-какие новые способности выдувать пузыри, если собираешься отправиться в 9-е измерение и победить обезьяну-гиганта. Но ведь мне просто нужно понять, как избавиться от роботов. Ой, да, прости. Я слишком долго просидел в бутылке шампуня. На чем мы остановились? На новых способах выдувания пузырей. Точно, нажми кнопку Е, чтобы подлететь вверх. На струе пузырьков, который уничтожит все, что окажется у тебя над головой. Попробуй-ка. Ну, я это только что хотел сделать, вот смотри. Опа! Красота. И вот это тоже надо уничтожить. А эти исчезают, идолы. Смотри-ка на них. А если я подпрыгну? Давай, бомби их! Хотели они от меня скрыться. Так, значит, а где это ведро-то, Планктоша? Где твое ведро? Мы знаем, конечно, что ты хочешь нас надурить, но все равно помочь тебе надо. Блин, как тут прикольно. Я только в мультиках видел бикини-ботом. Так, еще идолы. Бомбим. Медузки! Медузное желе! Варенье и что там? Ой. Да ладно, не может быть. Она не достала даже до меня. Похоже, это за медузное желе меня так. Так, дай-ка я посмотрю труханы. Ну, действительно, медузы меня бомбанули. Так, а как насчет выдувать пузыри? Буковка Е. А, ну мы это умели. Тут ракета какая-то. А, это от роботов. Понятно. Патрик, здорово. Как дела, как жизнь? Привет, Патрик. Отличный носок. What sock?
Какой еще носок? Тот, на котором ты стоишь. А, этот, он потерялся. Ладно, если тот потерялся, где другие твои носки? Они еще сильнее потерялись. Сюда заявилась шайка роботов и украла всю мою коллекцию носков. Мне не помешала бы помощь, чтобы вернуть их. Конечно, Патрик, а зачем же еще нужны лучшие друзья? Ладненько, тогда за каждые 10 носков, которые ты мне принесешь, я дам тебе золотую сапатку. Ты хотел сказать лопатку? Да-да, сапатку. Сапатку. Ого, Патрик будет рад получить это назад. А здесь у нас что? Такси. 10 лопаток на такси. Дороговато будет. Давай вот это еще разобьем. Бамбалейло. Пойдем тогда к мистеру Крабсу подойдем. Ух ты, шарики. Воздушные шарики. Кнопочку нажмем сейчас. Встаем сюда. Для того, чтобы активировать эту кнопку, нажмите Е. Хорошо. Встаем сюда, нажимаем Е. Ого. Там золотые труканы. Мне бы успеть, как их подобрать, как их взять. Сюда я не запрыгну. Мне нужно как-то к себе домой запрыгнуть. Есть какие-нибудь варианты? У меня вообще нет вариантов. Чтобы задействовать эту кнопку, прыгните и нажмите эту кнопку. Тут еще одна кнопка, ну-ка давай попробуем. Бах! Иногда тыкать в одну единственную кнопку самое приятное. Тык-тык-тык-тык-тык. Вон оно чего. Подожди, не успел. Так, ну раз мы эту платформу активировали, давай попробуем еще раз активировать вот эту. И, по идее, должны мы собрать золотые труханы. Бабах, 30 секунд. Нам должно хватить. Погнали, я успею. Давай, запрыгнул. 22 секунды. Золотые труханы. Вот я их и собрал. Теперь я могу носить 4 пары труселей. Это великолепно. Свежий, как весенний ветерок. Еще и лопаточку нашли. Ништячок, у меня уже 2 золотые лопатки вроде бы. Да, 2 золотые лопатки, а это означает, что мы никуда все равно уехать не сможем. Кроме как вот сюда. Ну что, вызываем таксос. Живописные зеленые холмы Jellyfish Fields. Природа здесь чудесная, дикая, порой чрезмерно. Того и гляди, ужалит. Ну, прекрасно. Ай, больно. Сквидвард, ты в порядке? Нет, я не в порядке. Моллюсковая башка. Похоже на то, что я в порядке. Нос у тебя, кажется, большеват. В смысле, больше обычного, потому что он и так большой. И еще ты выглядишь липким. И, о господи, ты облысел. Я всегда был лысым, но теперь меня изжалили с ног до головы. Ну, если верить памятке туристов в Jellyfish Fields, при сильных ожогах от медуз лучше всего помогает обильный слой желе короля медузы, который нужно приложить к очагу поражения. Король медуз... Что ж, полагаю, тебя ждет подъем на вершину горы Спорг и ужасающая смерть в ядовитых щупальцах короля медузы. Я останусь здесь и буду кричать от невыносимой боли. Договорились, не волнуйся, Сквидвард. Я принесу тебе столько желе короля медузы, что тебе хватит с ног до головы обмазаться. Фух. Сквидвард. Запарил ты меня. Что-то меня, походу, все будут парить своими задачками. Всем нужно помочь, всех выручить, всех спасти. Ну, в принципе, как обычно, как и всегда в мультиках делает Губка Боб. Ладненько, почапали королю медузы. А еще нам стоит бояться вот этих вот роботов. Хотя, че их бояться? Роботов. Бу-бух его! Нифига себе. Вот это я мыльными пузырями уж он дарахнул. Читать вот эти подсказочки я не хочу. Я буду действовать самостоятельно. Че это за коробка? Че там такое? Можно прыгнуть? Может, это засада какая? Хей, я спрятался. Давай бомбанем, а толку нет. Трусы! Ты посмотри, труханы потные. Сегодня нам не до медуз. Пора ловить роботов. Люблю открывать подарки. Я чувствую себя как новая губка. Какой же он болтух, слушай. Зелененький еще. Блестяшечки.
Воу! Я в воду могу прыгать? Она меня отталкивает. Смотри, сколько роботов. Так. Бежи. Ой-ой-ой-не-не-не-не, только не медуза. Слава богу. Собрали труханы. Свежие. Это значит, что у нас 3 жизни, 4 жизни, обалдеть. Оу, вот это я залез. Тут тоже были труханы. И вот тут вот еще есть зеленая блестяшка. Ништяк. Тя-ря-тя-тя-тям. Почему? Ой-ой-ой-ой, близко было. Но жизнь я не прохерил. Так. Роботы, роботы ползут. Отбиваем их. За роботы тоже дают блестяшки, что-то в первый раз не заметил. Да, дырявая моя башка. Так, здесь тоже блестяшки. Идем к желе королю, да? Я не знаю, собирать все блестяшки или нет, их тут навалом просто. Еще и с роботов сыпется. Кстати, а если я медузу бомбану? О, медуз бомбанул. Значит, надо это делать почаще, чтобы они не бомбили меня. Пошел вон! Иди скупнись. Так, а куда нам нужно идти-то, чтобы королеву найти? Я что-то не запомнил. Обалдеть. Здорово, ребят, я вас искал. Да ладно, шучу, не искал. Носки, потные носки. Патрик будет счастлив. Так, тут у нас что? Вон там лопатка. Давай прыгнем туда. Опа. В смысле я не собрал лопатку? Я прям над ней пролетел. Это невозможно. Это какая-то постав. Хорошо, значит, мы туда прыгать не будем. А почему все заново появились? Я не понял. Короче, ясно. Собирать блестяшки нет смысла, потому что уровник постоянно респаунится. И все бандюганы, идолы появляются по новой. Значит, открываем вот эту ракушечку. А, это мы построили мостик. Значит, нам нужно было, в принципе, эту ракушечку открыть. По-любому. Опа. Чекпоинт. Здесь мы сохранились. Смотри, кнопочка. Почему я сказал голосом Патрика? Давай нажмем. Бочечки выскочили. Там еще потные носки. Сейчас соберем. Не вопрос. Грамотно нажатая кнопочка подарила нам носочек. Шикардятина. Забираем. Медузная желейка. Тут еще попрыгуха есть. Сейчас попрыгаем. Че я там наверху соберу? А там ничего и нет. Оу, нифига себе, полетел куда-то вообще в дебри. А, кнопочки вернулись. Ладненько. Значит, тут у нас рыбы. Вот. Да, ударил меня робот. Я думал, у меня сейчас еще медуза бомбанет. Значит, тут у нас вот эти вот колючие рыбы. Надо быть очень аккуратным, чтобы они тебя не подбомбили. Подбомбили. Пробегаем здесь. Очень аккуратненько. Трусы. Снова трусы. То, что нужно. Я же только что получил удар от робота. Еще трусы. Классно. Ай, чуть не задело. А можно как-то уничтожить эту пушечку? Можно. То, что нужно. Привет, Гарри, как она? Гарри нам показывает, что тут есть какой-то крюк. Ого, прыжки с тарзанки. А в награду золотая лопатка. Наверное, я в раю. Так, хорошо, прыжки с тарзанки. Тут никаких тайничков больше нет. Есть какая-то кнопочка. Ага. Пойдем попрыгаем, посмотрим, что там наверху. А потом попрыгаем на тарзаночки. Получай. Был робот и нет робота. Желейное варенье. Медузное варенье. Медузное желе. О, да, медузное желе. Ой-ой-ой, это было больно. Что он делает с собой? Это типа босс, что ли, или что? Сейчас я ему наваляю с прыжка вот так вот. Бабах! Жалко, вот эту штуку нельзя забрать. Ты как, друг? С тобой все в порядке? Я ему еще тоже люлей отвесил. Труханы, труханы, пошел вон. Трусишечки. Забрать я их не могу, потому что у меня фул труханов. Все 4 трухана одеты на мне, и они свежайшие, чистые. Что у нас тут? Получай. А здесь, в принципе, ничего. Я могу так прыгать высоко-высоко и не допрыгать никуда. Ладно, пойдем, короче, на тарзанке попрыгаем. Хорош тут уже беситься. Тарзаночка. По-моему, нам именно туда и нужно, как сказал Гарри. Значит, хватаемся за тарзан. Ой, за трусы. А-а-а, вот как надо было схватить-то, значит, вот эту золотую лопаточку. Так. Еще зеленые блестяшечки. Блин, ну за трусы, конечно, это жестко. Там вся жопа, наверное, кричит. Хватит! Все, выбрались. И получили золотую лопатку. Отлично.
Блин, он так стрёмненько смеется. Три носка я нашел. Еще есть какое-то желе. Здесь можно подобрать. Но я его не видел. О, какие ноги. Боулинг. Как играть? Рассказывайте. Губка Боб должен научиться приему пузырчатый боулинг, чтобы играть в эту игру. А я не умею пока. Значит, я не поиграю. Вот это капец. Чё за несправедливость? Ладно, почитали дальше. Щени! Щени-медузки! Это значит, тут медузное синее желе есть. Экзотика. Та-ря-та-там. Макдональдс! Почему Макдональдс? Про синее желе вспомнил, сразу Макдональдс. Так, чё это тут такое? Это слизь. И что? Губка Боб и Патрик не умеют плавать, поэтому не позволяйте им упасть в слизь. То есть мы под водой, и мы еще не умеем плавать. Да, печальненько. Здорово, братюня! Получил? Пасапатки. Йоу, роботы, идите сюда. Ща гребете пузырей. Так, труханы нам не нужны, поэтому пропустим. У нас полный фул труханов. Полный сет, я бы сказал. Получил. Слушай, у него такая крутая волына. Ну, в смысле, о, нифига себе, как тут качается. В смысле... Это чекпоинт, что ли? А, коробка телепорт. Все понятно. Так, насчет волыны. У роботов этих, вон, такие классные молоты. Я бы их отжал, но почему-то не могу. Как я раскидываю. Слушай, ни в одной игре так я не раскидывал. Как здесь? Что? Что? Надо бомбануть вот эту штуку. А, нет, не дамся, не дамся. О-хо-хо-хо. Супер комбо. Да-да, я крутой, я знаю, что я супер комбо могу вымучивать. Это тебе не Dark Souls. Тут все по хардкорне. Нажимаем кнопочку. Золотая лопаточка. Щекардятина. 4 штуки уже набрал. Так, ну что, проходим к боссу. Ого, морской супермен, у меня есть все комиксы с вами, и фигурки, и карточки. Чё? А это ты, малыш Губка? Что же я должен был тебе передать? Что, Патрика окружили роботы, и ему нужна помощь? Не думаю, кажется, это было как-то связано с массажем моих ступней. Что ж, если массаж ступ не поможет спасти Патрика, значит я берусь за массаж. На помощь! Они заставляют меня себя избивать! Похоже, массаж ступней не работает. Попробуй более прямолинейный подход. Пострижешь мне ногти на ногах? Держись, Патрик, я иду! Так, Патрика надо спасать. А в смысле? Мы только что видели с ним дома. Как он вообще туда попал? Так, коробка работает, нет? Нет, не работает пока. Ну хорошо. Скорее бежим! О, я на языке качусь! Обалдеть, гонки! На языке. Слишком красиво, мне это не взять. Это ты про что сказал? Люблю открывать подарочки. Так, носки, я промахнулся и утонул. Это печально. Чё, попробуем еще разок? Сейчас я схвачу носки. По-любому. Итак, Бубка. Губка-боб вырывается вперед. Бубка-губка. И сейчас мы схватим носочки. Главное не профукать этот момент. Есть! Носки взяли. Отлично. Чекпоинт. Так, по трусам все нормально, трусы нам не нужны. Вам нужно добраться до Патрика, чтобы помочь ему, но он недосягаем. Может, эти переключатели откроют нам путь? Роботы хорошо их охраняют. Вы должны пробиться вперед. Так. Значит, нам нужно... Начали вон туда, бомбануть роботов. Здрасте. Бабах. И до свидасти. Ломаем машину по производству роботов. Ай, больно было. Нажимаем кнопку. И что-то должно было открыться. Падаем прямо на этого робота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Так, снова трусы нужны. Трусишечки. Иди сюда. Ей! Сейчас бомбанем всех тут. Получил. Ты. Ай, все равно задел. На тебе. Вот это что такое? Непонятно. Тут еще одна машина есть. Сейчас мы ее тоже бабахнем. Получай. Машиночка. Тебя я бомбану. Ой, тут и трусы, здорово. Нажимаем кнопку. Блин, только взял трусы и потерял. Дальше что у нас тут? Что еще нажать нужно? Вот еще трусы, здорово.
Вон Патрик, смотри. Сейчас я до него допрыгаю. Обязательно. Моего лучшего другана надо спасти. Полюбе. Любе, не любе, полюбе. Так, еще одна машина производства роботов. Бабах. Наконец-то, все, мы можем добраться до Патрика. Сейчас его спасем. Патрик! Сейчас все будет в порядке. Сейчас заходим с тобой в медузное желе. Попьем чаю. Здрасте. Как твое ничего, Губка Боб? Фух, слава богу, ты в безопасности, Патрик. Ну, разумеется, Губка Боб. А что могло случиться? Сам понимаешь, роботы и... А, кстати, я вот что для тебя нашел. Не знаю, что это, но выглядит важным. Спасибо, Патрик. Слушай, меня вся эта суета немного вымотала. Не хочешь меня ненадолго подменить? О, я Патрик! О божечки, божечки, о божечки! Обожаю Патрика. Он такой классный. Чуханы. Арбуз. Арбузы можно ломать? А для чего это? Чтобы их поднять и куда-то кинуть. Давай, кидай. Красава. А я не мог просто нажать своим животом эту кнопку? Получайте. Так блестит. О, а это кто такой? Получай. Медуза, медуза, медуза. Не успел. А это что такое? Бус. Какой-то автобус. Давай почитаем, что это такое. Ну-ка. Это автобусная остановка. Вы можете переключаться между Губкой Бобом и Патриком на автобусных остановках. Не-не-не, я за Патрика играю. За Губку Боба мы уже набегались. Про арбуз, что ли, тут написано? Что за значок? Вон оно что. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Блин, зачем я это сделал? Я хотел взять. Давай, бери. Да блин! Что ж такое-то? Вот, наконец-то мы взяли арбуз. Кидаем. Запрыгиваем. Подбираем. И проделаем то же самое. И теперь нам нужно его кинуть. Кинуть куда-то. Да. Да ж я что же ошу. Я ж туда. А, наверное, в кнопочку надо. Все, я понял. Сейчас, подождите. Ой-ой-ой-ой. Последние трусы остались. Все остальные похерил. Короче, смотри, здесь нам нужно вот так вот сделать. Кидаем кнопочку. Ну! Че я говорил? А тут, скорее всего, будет катапульта, да? Кидаем сюда арбуз. Катапульта мной. Шикарно. Чекпоинт. Ладно, короче, я предлагаю здесь остановиться. До Короля Медуз мы, наверное, дойдем в следующей серии. Но до него чертовски далеко. В общем, если тебе нравится Спанч Боб, Патрик и все вообще эти приключения подводные, то есть тебе лайк и подписочка, если ты еще не подписан. А на сегодня все. Это пока. Увидимся в следующем видео.